кружки, где есть друзья. Друзья настоящие, которые никогда не предадут. Вот, например, такие, как в детском лагере. Он назывался ЛДПР. Это означает Летняя детская поющая республика. Мы жили 3 недели в палатках, готовили фестиваль Серёги Никитина. Занятный такой мужик, тоже с нами в палатках жил. Оказывается, я многие песни его наизусть знаю. Мы когда на машине ездим куда-нибудь с Дамиркой, нам родители включают песни. О, мне очень нравится. Особенно вот это. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Оказывается, хоп-клюше. Есть свои плюсы. Во-первых, не надо в школу долго ходить. А во-вторых, мы теперь с Дамиркой ходим на ипподром. Кормим и гладим лошадей. Какие же они большие и красивые! Я думаю, лошади они поменьше. Они огромные. Глаза. О, огромные. Морду так наклонят, просто чтобы их покормили. А Дамирка так вообще влюбилась в одного по кличке Шуллер. Он весь такой темно-коричневый, шоколадный, большой-большой. А на морде белые глаза. Теперь она все время его рисует и всем дарит эти портреты. Честно сказать, мне он тоже нравится. А еще? Еще Дамирка отказалась от всех подарков на Новый год. Вообще от всех. Попросила, чтобы ей подарили денег. Она пошла в магазин и купила себе лошадей. Штук 100, наверное. Теперь она все делает с лошадью. Ест лошадью, спит с лошадью. Зависла. А! Забыл сказать, почему мы теперь ходим на ипподром. Оказывается, врачи хоклюш лечить не умеют. Ну, потому что такого лекарства нет. Нам, конечно, там родители дают с чесноком или луком. Но самое классное лечение – это приходить в конюшни и дышать конским навозом. Приходишь и дышишь. Самое лучшее лечение. Мы даже 31 декабря ходили, дышали и кормили лошадей яблоками. А еще я тут ВКонтакте фотку такую увидел. Оказывается, Янка тоже на лошадях умеет. Только она не на ипподроме, а где-то на природе едет. Интересно, а где она так ночью, и когда оно вернется домой.
не менее интересная пора. Вместе с приходом осени пришло мне научиться. Так уж жужжава будет вам радовать. Ура! Не забывайте, уже сегодня вы строите свое будущее. Чудесно хорошо. Старайтесь не упустить нужных знаний, чтобы в будущем у вас все получалось. Мы самые важные действия, конечно, наши первокла. Сегодня они впервые приступают к порогу отличного замка королевских знаний. Имеют ему самый слово, король не трудно, а королева терпения. Они управляют школьным замком. И труды терпения всегда нужны в королевстве знаний. Переступив порог волшебного замка школы, вы с каждым днем будете становиться все умнее и умнее. Вы никогда не забудете уроков, полученных в этих стенах! Пройдет множество лет, и воспоминания о школе останутся самыми светлыми воспоминаниями вашей жизни!